нами книга в издательском переплете с золотым тиснением на корешке «Детские годы Багрова внука». Это вторая часть автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича Аксакова, в которой рассказывается о его детстве на Южном Урале с 1794 по 1801 годы. Книга вышла в издательстве «Карцева» в Москве в 1909 году. Формат книги 80 на 130 мм. 685 страниц. Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель, государственный чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, автор книг о рыбалке и охоте. В 1832 году Аксаков познакомился с Гоголем, что повлияло на творчество писателя. В истории их отношений чередовались длительные периоды тесного общения и, наоборот, взаимного непонимания. При этом Аксаков был одним из первых, кто не просто ценил талант Гоголя, но увидел в нем великого писателя. Сам Аксаков несколько десятилетий был практически в забвении. Долгое время его считали певцом помещичьего быта, защитником устоев патриархальной Руси. В 1847 году выходит первая книга «Писатель». Это были записки об ужении рыбы. Затем вышли записки ружейного охотника Оренбургской губернии, рассказы и воспоминания охотника, семейная хроника. Незадолго до смерти вышла книга «Детские годы Багрова внука» 1858 год. Очень мало вымысла в книге. Это биография писателя раннего периода. В ней отражены не только события, но и эмоции и чувства будущего прозаика. Рассказ воспоминаний десятилетнего мальчика. Критики отметили новизну формы. Согласно словам Льва Толстого, писатель еще раз доказал, что русская художественная мысль способна находить новые формы и не всегда укладывается в традиционные жанровые рамки. А жанр этого произведения – воспитательный роман. В 1909 году отмечалась памятная дата – 50 лет со дня смерти писателя. В связи с этим и с тем, что истек срок прав собственности на его сочинения, произведения писателя вышли в нескольких издательствах. Много книг было издано по дешевой цене. Они стали доступны городской и деревенской бедноте. Наша книга 1909 года, издание Карцева, вышла без портретов и иллюстраций, но в хорошем переплете. Произведение предваряет вступительное слово от издателя, каковым является третий сын писателя Иван Сергеевич Аксаков, русский публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения. Он пишет: «Первое издание детских годов Багрова внука вышло в свет еще при жизни автора, незадолго до его кончины. Новое издание печатается с первого, без изменений. Сам Сергей Тимофеевич обращается к читателям. Я написал отрывки из семейной хроники по рассказам семейства Багровых, как известно моим благословным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, что мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно». Наша книга отмечена владельческим штамповым эксклибрисом из книг Вериненкова Якова Карповича. Еще один штамп владельца Эриха Шрейнера. Оглавление книги имеет карандашные пометки. В приложении указана известная сказка «Аленький цветочек», созданная для детского сборника.
Миниатюрные книжки-перевертыши с текстом на английском, немецком, испанском, французском и русском языках. Не всегда эпиграмма была насмешливой и сатирической. Подобный характер она приобрела окончательно лишь в Риме в начале нового тысячелетия. К тому времени, когда имела уже примерно тысячелетнюю историю. Испания стала наряду с Францией классической страной эпиграммы. В 17-18 веках, особенно в 18 веке, эпиграмма становится политической сатирой. В те времена не было в Испании ни одного сколько-нибудь выдающегося поэта, который бы не сочинял эпиграмм. Во Франции эпиграмма стремительно расцвела в 16 столетии, и оттуда этот жанр шагнул в другие литературы, например, русскую. За 3 века расцвета эпиграмм французские поэты создали много маленьких шедевров, блещущих остроумием, изяществом, тонкой мыслью. Эти виртуозные миниатюры недаром пленяли русских поэтов конца XVIII века и пушкинской поры, столь охотно писавших в этом дьявольски трудном, легком жанре. Единичные эпиграммы написаны некоторыми прозаиками – Достоевским и Лесковым. Эпиграммы писались многими другими выдающимися поэтами, например, Тютчевым, Фетом, Апухтиным. В советской поэзии к эпиграмме обращались Маяковский, Архангельский, Маршак и многие другие поэты. Англия, как известно, славится своими юмором и сатирой, в особенности умением посмеяться над собой и собственными пороками. С появлением массовой периодической печати эпиграмму сильно потеснили газетно-журнальные жанры. Однако к ней по-прежнему обращались крупные поэты, например, Хаусман и Киплинг. В Германии эпиграмма пользовалась популярностью 17 века. Ее использовали в политической и литературной борьбе такие знаменитые авторы, как Шиллер и Гёте. Время от времени немецкие поэты пытались возвратить эпиграмме серьезность, классичность, но каждый раз из этих попыток рождалось что-то новое, не похожее на предыдущее. Эти стихи не могут не заинтересовать и сейчас, ибо они складываются в своеобразную сатирическую летопись своего времени. Здравствуйте! Сегодня я хочу продолжить наше знакомство с нашей постоянной экспозицией «Мир миниатюрных книг». Я хочу представить вашему вниманию книги о космосе. История космоса и его сегодняшний день широко отражены в искусстве всех видов и жанров. Видное место заняла тема космоса в графике малых форм и прежде всего в экслибрисе. Мне хочется представить вам книгу Якова Лазаревича Беллинсона «Космический экслибрис». Она была издана к 25-летию первого полета человека в космос в Москве издательством «Книга» в 1986 году. А в этом году исполнилось уже 60 лет первому полету человека в космос. В советское время почетное место в тематике миниатюрной книги занимали издания, пропагандирующие идеи Ленина, Коммунистической партии Советского Союза, документы советского государства. Эти книги печатались очень активно. У нас есть книги «Рождение КПСС», «Москва», издательство политической литературы, 1983 год, «Ленинская искра», «История создания и распространения», 1900-1902 год. Это совместное издание СССР и ГДР. «Музыка о Ленине», издательство «Музыка Ленинград», 1970 год, а также книги об истории нашей страны, выпущенные издательством «Московский рабочий» в 80-е годы XX века,
Красная площадь, Оружейная палата, Московский Кремль, Алмазный фонд СССР. К 200-летию со дня первого издания поэтического шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» издан сборник «Слово о полку Игореве» с иллюстрациями палехского художника Романа Белоусова. Санкт-Петербургские издательства «Паритет» и «Анима» выпустили книги-миниатюрки о прекрасном городе Санкт-Петербург. Это книга Андрея Гусарова и Ивана Краснова «Фонтаны Петербурга и пригородов». Поэтический сборник «Санкт-Петербург в русской поэзии 18-го – начала 20 века», а также изданный к 300-летию Санкт-Петербурга литературно-художественный сборник «И светла адмиралтейская игла». В миниатюрном формате у нас есть собрание сочинений Алексея Максимовича Горького в 4 томах, Николая Алексеевича Некрасова в 12 томах, а также произведения классиков Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Крылова. И еще хочу обратить ваше внимание на золотую коллекцию романов Джейн Остин, состоящую из 6 романов, и собрание сочинений Ги де Мопассана, вышедшие в издательстве «Мир книги», а также лирика Константина Бальмонта, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама. На сегодняшний день в нашей коллекции насчитывается около 80 экземпляров миниатюрных книг. Наша коллекция постоянно пополняется. А в заключении нашего обзора мне хочется привести слова выдающегося английского коллекционера, торговцами книг, эксперта Люка Бонди. Маленькие томики имеют сходство с драгоценностями. Они не только предмет научного и литературного интереса, они также предмет искусства. До свидания, до новых встреч! Добрый день, дорогие друзья! Вновь вас приветствует Электросталинский музей редкой книги. Я представляю вашему вниманию тайный книжный шкафчик издательства «Янику», сделанный вручную из дерева. Само издательство было основано в 1994 году и является одним из крупнейших в мире в области издания миниатюрных книг. Фирма «Янику» была создана членом Московского клуба любителей миниатюрной книги Эдуардом Яновским, который решил возродить забытые традиции издания мини-книг и их ручного переплета. Он сумел собрать коллектив высококвалифицированных профессионалов, любителей книги, способных и стремящихся повышать уровень своей работы и уровень качества каждого отдельного издания. С 1998 года фирму возглавила его дочь Мария Жукова. Тематика изданий может удовлетворить самый взыскательный вкус. Известный русский литературовед Ильинский сказал: «В обычных книгах все случается. Они недолговечны, шрифт, бумага, переплет. Они служат рабочую службу, а потом их не хранят. Книга обычного формата может использоваться и восхищать лишь присутствием каких-либо типографских трюков. Миниатюрные же книги представляют собой единое художественное целое. Их хранят и дорожат ими. Это целая гармония шрифта, переплета, бумаги. Такие книги могут вызвать настоящий восторг. В шкафчике вы увидите шедевры в миниатюре. Здесь на 4 полочках собраны уникальные миниатюрные книги ручной работы. Всего 62 издания. Это художественная, отечественная и зарубежная литература, поэзия, книги по истории и религии. Эти книги приятно не только читать и разглядывать, ведь они прекрасно иллюстрированы, читаемы и красиво переплетены, но и даже просто держать в руках. Это свойство ручного переплета. Среди авторов книг, которые находятся в нашем шкафчике, Пушкин и Гоголь, Маяковский, Есенин, зарубежные авторы, такие как Эдгар По, Омар Хайям. Самая любопытная книга из этого шкафчика – самая маленькая книга в библиотеке, с ручным переплетом, золотым тиснением, мраморным трехсторонним обрезом. Размер 22 на 16 мм. Это книга Ивана Сергеевича Тургенева «Новое стихотворение в прозе». Красивое оформление, читаемый шрифт, читается без дополнительных приспособлений. Текст дается на русском и французском языках. В издании включены избранные произведения из цикла стихотворений в прозе, не входящих в известный сборник стихотворений в прозе и названных писателем. Новые стихотворения в прозе. Написанные стихи были на французском языке, и Тургенев сам перевел их на русский.
Необыкновенно красивые и праздничные уникальные миниатюрные книги в двух томах, выполненные в горизонтальном альбомном формате. Первая – «Пушкин и Москва». Вторая книга – «Лермонтов и Москва». Это издание с золотым тиснением и цветным обрезом. Украшают эти мини-книги великолепные графические иллюстрации. Следующие книги, которые предлагаю вашему вниманию, многотомные издания «Москва. 17-20 века». В 5 томах по истории Москвы на русском и английском языках с золотым тиснением и мраморным обрезом. Эти тома имеют авторские оттиски гравюр и иллюстрации. Первый том – «Поэты о Москве», где собраны такие авторы, как Пушкин, Лермонтов, Блок, Цветаев, Мандельштам. Второй том – «Благотворители Москвы». Третий том – «Меценаты Москвы». Четвертый и пятый тома – «Губернаторы Москвы», где рассказано о всех московских генерал-губернаторах, начиная со второй четверти XVIII века. Большого внимания заслуживают миниатюрные издания Брэдбери в трех томах, сочинение с серебряным тиснением на переплете и трехсторонним мраморным обрезом. Тематика наших книг столь разнообразна, что вы всегда найдете среди них ту, которая придется вам по душе. Такие же миниатюрные книги хранятся в известнейших библиотеках мира, а также в библиотеке президента России. Это прекрасный подарок для детей, который благодаря маленькому размеру превращает чтение в увлекательную игру, что позволяет привить любовь к книгам с самого детства. В фонде нашей библиотеки немало книг миниатюрного формата. Сборники стихов, прозы, словари, справочники. Миниатюрный двухтомник, который мы сегодня хотим представить, будет, наверное, наиболее интересен нашим коллегам. Это сборник в двух книгах «Старый Саратов. Летопись, воспоминания, факты», составленный Виктором Николаевичем Пановым. Выпущен сборник издательством журнала «Волга», самым известным саратовским литературно-художественным журналом, в 1995 году. Что же интересного и необычного в этом миниатюрном двухтомнике? Это своеобразный дайджест, в котором публикуются отрывки из мемуаров путешественников, чиновников, общественных деятелей XIX века, выдержки из дореволюционных газет. Все вместе сложилось в летопись важнейших событий истории Саратова. Давайте познакомимся с основными авторами Старого Саратова. Один из них – Гавриил Васильевич Гераков. Писатель, военный моряк, преподаватель, а затем и статский советник при оберпрокуроре Святейшего Синода, в качестве которого он и посетил Саратов, путешествуя по России. У Геракова губернский город Саратов предстает одним из лучших в империи. По качеству застройки, архитектуре, благоустройству, театральной жизни, обществу. Литературное наследие писателя практически неизвестно современному читателю. Предлагаем вам небольшую выдержку из его записок. Итак, 29 июня. Оделись. Хотели нас видеть некоторые чиновники, голова градский и несколько купцов, по виду и разговорам люди порядочные. Жаль, что из купечества много старообрядцев. Однако губернатор ими нахвалиться не может, зато и его все любят. В 2 часа поехали обедать к губернатору. Беседа с хозяйкой была приятна. Тут были миловидные особы, обратившие мое внимание. В 7 часов были мы уже в театре, и сие невинное занятие для города не менее приписывают стараниям губернатора. Театр невелик, но очень миленький и, если можно так сказать, освещен хорошо. Театр весьма хорош. Играли комедию сочинения князя Шаховского «Своя семья». Не хуже петербургских актеров, особенно госпожа Грузинова, вдова. Украшением была бы и в петербургскому театру, если не лучше, то ничем не хуже славной нашей актрисы Рахмановой старухи. И молодая Грузинова недурно играла. Мужчины отстали от актрис. Помимо других произведений, в том же первом томе можно найти записки о Саратове Константина Попова, титулярного советника, служившего при 3 саратовских губернаторах. Его заметки можно по праву назвать записками губернского чиновника, который неторопливый и, скажем,
бюрократически въедливо изложил примечательные события истории Саратова 10-30-х годов XIX века. Будь то памятная эпидемия холеры и опустошительные пожары, или нравы, мелочи, быта всего уклада жизни саратовцев. Вторая половина XIX века отражена во втором томе миниатюрного издания «Старый Саратов». Фельетонную прогулку по старому Саратову можно совершить, прочитав письма к приятелю Ивана Парфеновича Горизонтова. Горизонтов едва ли не первый в Поволжье профессиональный, живший исключительно литературными заработками журналист, редактор газет. Вместе с литературным гидом читатель побывает в гостиницах и трактирах, городской думе и театрах, магазинах и на городском бульваре. Там же во втором томе можно найти отрывки из книг «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», «Настольная и дорожная книга для русских людей», «Поволжье от Симбирска до Царицына», «Саратовский край», 1893 года издания. И вот еще один из отрывков хочется зачитать. «В эпоху освобождения крестьян Саратов имел до 70 тысяч жителей, а ко времени переписи 1897 года население его возросло вдвое, достигнув 137 тысяч. Теперь Саратов первый по величине город во всем Среднем и Нижнем Поволжье. Одно из первых мест принадлежит ему и по торгово-промышленной деятельности, и по внешнему благоустройству. Главный предмет торговли Саратова – хлеб во всех видах, и фабрично-заводская промышленность города также преимущественно направлена на переработку питательных веществ. Подвоз хлеба к Саратову производится и водным путем, и рельсовым, и гужом. Всего Саратов закупает и отправляет в среднем около 10 миллионов пудов разного рода хлеба. Часть хлеба отправляется по железным дорогам, главным же образом водой, вверх по Волге, в Нижний Новгород и Рыбинск, к Петербургскому порту и вниз по Волге в Астрахань. Резюмируя все сказанное, хочется еще раз подчеркнуть значимость миниатюрного двухтомника «Старый Саратов». Все наиболее интересные документальные источники, воспоминания очевидцев по истории Саратова XIX века можно найти в одном месте. Да и ценность этих записок со временем только растет, так как при невозможности подтвердить тот или иной факт архивными материалами, они сами становятся первоисточниками.